Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби-герои». Задание дня, безумные правила. Давай посмотрим, что у нас тут. Ой, в начале каждого хода вы с противником будете получать по одной единице урона. В бою, где участвует сахарная курица, выживет сильнейший. Сахарная курица? Так, давай посмотрим. Сахарная курица, это, по-моему, которая будет бегать по полю. Ну-ка, проверим. Чё-то вот эту вот курицу мы достали. Так, допустим. Пропускаем. Опачки. Опачки. А на-ка, получи. А давай я вот так вот сделаю. Вытягивает там две карты, понимаешь ли. Допустим. Так, у нас еще курица, да? А давай я вот так сделаю. Ага. Стебелек-росток. А если я вот так сделаю? Что ты на это скажешь, парнишка? На тебе! Тай-тари-та-тайс. Пока ничего не будем делать. Так, у него скоро сработает. Ты сам понимаешь, да? Так, Россия наносит бонус на атаку. А если я вот так сделаю? Ну, ваши действия, господа, Бунг Чой. Вот так ты решил сделать. Вот так ты решил сделать, а? Погнали. Тайн-дари-та-ти-та-там. Йоу. Ну что, влупляем. Опа. Так, два и еще два. Блин, у него сработает защита, верно? Верно. На каждой линии наносит 2 единицы урона. Понял, что он сделал. Ну давай, 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 что ты там? Замурыжился, а, Бунг Чой? Плохо. Что он там вытягивает, не знаю, ребят. Но ему 2 единицы урона всего лишь нужно нанести. Поэтому я делаю вот так вот. Делаю еще вот так. А здесь можно тупо вот так вот спрятать. В принципе, и все. Бамс, бамс и бамс. Все, ребят. Безумные правила пройдены. В принципе, даже очень легко, я тебе скажу. Суточку мы получаем. Ну, в принципе, можно получить. Так, нанесите 20 единиц урона героям розы. Нанесите 20 единиц, так, героям бессмертия. И 4 единицы здоровья героя. Это в плюсе, да? Восстановить. Так, ну что, давай попробуем. Ты видишь, ранг у меня 32-й. Значит, первое задание. Что там у нас? Нанесите розой 20 единиц урона. Розой. Так, где у меня роза? Вот она. Так, подожди, а тут что-то можно у нее поменять? Роза, роза, роза. А на чем мы тут с тобой, розочка, играем? На заморозках? На орехах? Непонятно вообще на чем. Вроде бы как на заморозках. Вроде бы как, да?
Так, ну вот это вот, наверное, я не знаю, лишнее это будет, не лишнее. Очень-очень странная колода здесь у меня на самом-то деле. Мне кажется, Рози было бы здесь неплохо поиграть на хилах. У нее есть что-нибудь тут такого? Давай-ка я попробую, наверное. Так, тут добавим, да, сейчас, например, с тобой. Так, если ты на заморозках. Ну, вот так вот. Давай попробуем мы сейчас с тобой создать колоду на хилах. Я не знаю, что из этого у нас получится, но вот хочется мне попытаться. Так, так, так. Возьмем вот так вот. Возьмем две помидорки. Я возьму, наверное, звездочку. Не знаю, зачем она мне нужна, но мало ли пригодится. Возьмем этого. Раз, два, три, четыре. Подожди-ка, а у меня есть эти росточки-то, которых я есть? Раз, два, три, четыре. Так, ну мне нужны. Вот они. Раз, два, три, четыре. Что еще можно здесь предпринять? Ну можно вот этих вот взять парочку, да? В принципе. Чем еще можно хиляться? Ну, можно... Блин, подожди секунду. Ну, взять вот этого, к примеру, можно, да? Раз, два. Раз, два. Раз, два, раз, два. Раз, два, три, четыре. Так, и последний. Какой-нибудь орешек должен быть, по идее, да? Может быть, вот этого. Подожди секундочку, сейчас кое-что переиграю. Кое-что переиграю. Поставить этого или не надо? Или арбуз лучше влепить? Дилемма, друзья. Или вот этого поставить? Я так собираюсь, как будто я не знаю, ребят, что мы тут хотим с вами сделать. Ладно, вот так вот. Какая-то непонятная колода. Полухилы, полу... Полухилы, полуорехи. Что-то такое непонятное. Твою ж дивизию. Заразительная сальса против нас. Такс, ну тут вот это что-то слишком, мне кажется, круто. Остальное, в принципе, вроде как нормально. Ох ты, как начал-то сразу, а? Ты посмотри. Я его даже превращать там не буду. Ох ты. Та-та-тамс, та-та-тамс. Ну, давай сделаю так и вот так. Что он там придумает? Угу.
О, как. Ты гляди-ка. Погнали. Такс. Да, в принципе, это пока нам пригодится. По два раза бомбит. Бомбит. Ну вот. Видишь, что он вытворяет. Ну что, если сделаю вот так вот, к примеру. К примеру. Посмотрим. Кому сюда будет? О, понятно. Так, поехали. Уничтожает. Тан-тан-тан-тан-тан-тан. Ага. Еще вытворяет. И еще опять он тут вытворяет. Ты просто полюбуйся на него. Так. А в кого он будет бомбить? Угу. Так, нам нужно что-то здесь предпринимать, желательно быстрее. Смотри, опять танцор. Опять, друзья мои, танцор. Ну, поехали, посмотрим. У него, правда, заклинашка есть. Ха, видишь, что творит. Так. Допустим. Что дальше? Четыре, блин, 8 у нас не хватит, да, получается? Мы можем сделать так. И вот так. И плюс вот так. Плюс вот так. Давай смотреть, кто там у него. Угу. Тыква. Вот как он делает. Смотри, смотри, смотри. Хоп. Огрел. Ну, давай вот так вот сделаю. Что он там сделает сейчас? Наносит 3 единицы урона, окей.
Так, друзья мои. И вот так вот. Посмотрим, что он сейчас будет делать. Угу. Неужели у него две заклинашки осталось? Ну вот и все, друзья мои. Вот и Роза на хилах называется была. Долго-долго, конечно, я ждал нужных карт. Вы, я думаю, видели, да, прекрасно, что не шли ко мне. Так, нанеси. А, вот. Нанеси 20 единиц урона героя бессмертия. Блин, бессмертие. Ну давай посмотрим. За бессмертию я тоже играй, фиг знает как. Давай посмотрим, что вообще можно создать за колоду на бессмертие. Так, можно сделать. Так, подожди, у меня все для этого есть. Можно сделать на животных. Нету только козы, к сожалению, да? И этих только двух. Ладно, попробуем с тобой сделать так. Ага, ага. Так, подожди, вот этих еще возьмем с тобой. Бабкины челюсти. Можно взять вот так. К примеру. Это же идет как животное или нет? Йети. Снежный человек, питомец. Ну да, он идет как питомец. Тогда получается, этот тоже идет как питомец, да? Зомбот, я не знаю, стоит ли его брать. Как бы, по идее, стоит. Угу. Такс, 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 такс. Угу, возьмем этого. Секундочку, а вот этот что у нас делает? Информация про него. При разыгрывании на ландшафте проводит бонусную атаку на этой линии. Ну, я не знаю, как-то вот так попробовать можно. Что-то с чем-то, солянка какая-то получилась с животными. Нам, наверное, лучше вот этого взять. Да, питомец. Пам-пам-пам-пам. Да. Питомец. Твою налево, как сделать-то? Вот этот, кстати, тоже бы неплохо пригодился бы, если честно. И вот этот, это же тоже как бы с питомцем получается, да? Питомец зомби. Амфибия. Блин, я не знаю, ребят. Ну, давай так вот попробуем, а дальше уже... Это у нас что? При использовании усов он получает плюс один. А вы... При использовании усов каких-то.
Ну, поехали. Ребят, что тут? Сейчас будем до потери пульса. Я уже забыл, какая вот эта, наверное, да? Ну, нет так нет. Я тебе говорю, я за бессмертию. Я еще тот игрочок. Короче, не умею я играть за нее. Может быть, кто-то, у кого-то есть нормальный. О, тем более, блин, против ночного колпака. Сейчас будет тут разгром полнейший. Твою налево, что я не поменял-то? Блин, а вдруг у него колпак ночной, а? Не будем пока ходить. Давай сделаем вот так вот. Для проверки. Угу. Вот, видишь? Потратился. И это хорошо. И это очень хорошо. Че, погнали. Так, мы получили с тобой, так скажем, питомцы, да? Вот, видишь, что творит? Так, двигаемся дальше. Здесь поставим мы вот так. Чего? Чего? Ночной колпак на заморозках? Ты серьезно? Ребята, это... Я даже не знаю, как это сказать тебе. Я просто не знаю, ребят, что и даже сказать. Я в первый раз вижу колпака на заморозках. Пускай тратится. Этот вообще сейчас не сходит. Пускай даже не волнуется. Все, пускай забудет про какую-то там атаку. Погнали. Единственное, что да, не отменяет это того, что, ребята, он может спокойненько здесь бомбить. Ландшафтик, да, свой поставить сюда? Хорошо. Посмотрим. Опачки. Опачки. Смотри-ка. Ты смотри-ка, что он вытворяет. Хорошо. Устроился парнишка. Так, ну что? Сюда? Замечательно. Это, конечно, плохо, что он бомбит.
Ну что, я, наверное, сделаю вот так вот. И вот так. Посмотрим, что у него там осталось. Я не знаю, ребят. Смотри, 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 что делает. Заморозочку. Что мне сделать, друзья мои? Блин, походу не избежать нам, да, гибели. Но я тебе говорю, что за бессмертию я, ребят, просто пас. А нужно сделать ежедневку эту. Всего лишь 7 единиц урона нанесли. Я просто, ну, если честно, я не ожидал. Я не ожидал, что какой-то колпак ночной будет на замор... Он опять, что ли, попался мне? Это тот же самый, нет? По-моему, тот же самый, да, вроде бы. Если мне, конечно, не показалось. Давай так вот сделаем с тобой. Такой пучеглазый. Давай так сделаем. Да, это, по-моему, тот же самый, ребят. Так. Сейчас у него сработает, понятно. Там, я не знаю, грибы, наверное, раскидает или что он там будет делать. Ждет, ждет, выжидает заморозку, друзья. 100% говорю, выжидает заморозку. Ага. Кто атаковать будет? Вот это будет атаковать. Поехали. Блин, защита у него опять сработает. Так, ну что нам тут сделать? А сделаем мы следующий, наверное. Вот так вот. Блин, сработает защита, твою налево. Опа, кому? Сюда, что ли, влепит? А, сюда, наверное. Ну, погнали. Защита, конечно, друзья мои. Конечно, защита. Даже так. Угу. Пам-парам-пам-пам-пам-пам. Что делаем, ребят? Делаем так. Делаем так. Делаем вот так. И делаем вот так. Угу. Все растения получают 1+1. Но этого-то мы уберем сейчас. Все, ребят. Он сдулся. Ну вот и пока. На тебе. Все, ребят, 20 единиц урона нанесли. Я же говорю, это тот же самый был. Так, нам нужно 1200, да, чтобы получить растение.
Плюс 10 гемов мы с тобой зарабатываем. Так, вроде бы там больше ежедневок нету, да? Нету. Ну что, за кого поиграем-то? Ну давай попробуем тоже за ночной колпак сыграть разочек-другой. Опять же тут. Блин, да почему как начинаю за колпак играть, сразу вот разгром мне выпадает? Почему именно он? Не знаю, друзья мои, вот какая-то прям беда. Естественно, мне нечего пока поставить в противовес. Да еще неизвестно, кто он тут, за кого играет. На гаргантюахах, если то, это будет... Вообще без понятия, ребят, за кого он тут играет. Ха-ха, понятно. Понятно, так, смотрим дальше. У нас с тобой два ландшафта уже появилось. Ну, давай вот так вот сделаю, фиг с ним. Там, наверное, сумоист, ребят, скорее всего. Ну, я так и думал. Куда, сюда подставить, наверное? Да, сюда подставить, скорее всего. О, под себя даже. Хорошо. Что дальше? Этого мы убираем, да, получается, с тобой? Срабатывает потом у нас защита. Вот так вот он делает. Короче, этого нафиг в топку. И сделаем с тобой вот так. Сейчас, если у него там камень, валун есть, он раздавит. Да. О, так это вообще шикарно, ребят. Вообще великолепно. Так, грибок. Блин, не грибок, жаль. Жаль, что выпал не грибок. Ну. О как. 3-1-1, нормально, да? Поехали. Давай, только вот не сюда. Блин, ага, все нормально. Поехали. Замечательно. Так, сейчас посмотрим, что он будет делать. Менять ландшафт, скорее всего. Нет. Даже не стал. Ну, сейчас он кого-то сюда влепит. Это однозначно. Блин, у меня жалко, этих нету. Ну, кого ты там поставишь? Тренера. Я почему-то, ребят, не удивлен этому, если честно. Вообще не грамульки. Вообще не грамульки, я не удивлен. Угу. Такс. Ну, я не знаю, можно, в принципе, как тут лучше сделать-то. Так, наверное, да? И вот так вот. Пока вот так вот, ребят. Бамс, бамс. Шесть хп, звездочка. Еще он вытворяет. Угу. Такс, допустим.
Погоди секундочку, наверное, сделаем. Все-таки лучше вот так вот. Ну и вот так вот. Давай посмотрим. Сумоист. Сейчас начнется тут разбор полетов, друзья. О, как. Сейчас этот гриб начнет бомбашить. На. На тебе. Тидич, тидич. Бэмс. Ну и на дорожку, как говорится, да, ребята? Ну и на дорожку. Выставляем гриб. Ну а дальше как хочешь. Можно усилить. Можно плевком. Тут вариантов миллионы. Тут вариантов миллион. Так, поехал плевать. Так, хпшки себе восстановишь? Нет, не стал. Ну ты понял, да? Тут, короче. Но все равно, ребята, разгром. И замех. Да и вообще все зомби против растений-то. Жесткие, ребята. Жесткие. Давай еще разочек. Опять же, все зависит от того. О, ну вот этот проказник. Этот проказник еще тот. Это бесячество. Любит подурачиться. Угу. Этот гриб хорош, конечно, я не спорю, ребят. Слушай, он не стал применять заклинание-то свое почему-то. Я, кажется, знаю почему. Угу. Смотри, что творит, а. Придется так использовать. Ну, некого мне поставить, понимаешь, некого. Так, у него кровожадность, да, скорее всего. Скорее всего, он, ребята, на кровожадности хочет тут отыграться. Давай вот так вот поставлю. Да ёк-макарёк, знал бы, блин, сюда бы поставил, конечно же. Ну, теперь знаю. Теперь знаю. И сдуваю. Сдуешь его мне хоть, надеюсь? Тай. Сдул тоже. Сдул фидул, да не того. На воду поставил. Ладно, ладно, ладно. Так. Ну что, я так понимаю, с кровожадностью, да? Он хочет замутиться. 100% тебе говорю, с кровожадностью. Давай смотреть. Может, конечно, перемещать. Может перемещать тут. Наносит 2 единицы урона. Вот так, в лицо ему дай, пожалуйста. На тебе. Так, прячет в занадгробие. Еще получит в лицо. Да, это очень странно. Я не знаю, может быть, у него какой-то план есть. И чё ты думаешь? Я не знаю. Так. Так. Сейчас еще защита сработает. Эх, грибочки, грибочки. Грибочки оставим.
Сейчас опять выставит. Опять уберем. Он неугомонный. Он неугомонный, друзья мои. Иди отсюда. Сколько раз можно говорить, я не понимаю, не путевый, что ли, какой-то. Пим-пирим-пим-пим-пирим-пим-пим. Давай так вот сделаем. И вот так. Ну и все. Своего зомби этого Гаргантюа выставлял. Как бы он нам вообще, да, не нужен был здесь на поле. Поехали еще. Может, добьем, я не знаю, с тобой сегодня ранг. Опа. Началось. Этот парень тоже, да, профессор. Кислый щей с своими доборами, всякой там прочей ерундистикой. Ай-яй-яй-яй-яй, ну и что это? Ну и что это, я тебя спрашиваю? Ураганчик. Ну, ураганчиками могу себе позволить что-нибудь сбросить. Давай так вздуем. Чтоб не было тут никаких яиц. Поставит еще, я не знаю, мочканем еще. Так, вот он что делает. Кто там у тебя? Ага. Вот такая вот петруха. Угу. Он сегодня угомонится, да, со своим яйцом, с этим? И кто? Ты смотри, это как ему повезло-то, а? Ну, допустим, поставил свои подсолнухи, да? Так, на следующий ход, ребят. Ха-ха-ха. Ну что ж, давай сделаем так. Шаманс в трех любых карт, окей. Какой-нибудь пакость влепит, да? Так, этот минус. Ну эти еще повоюют. Ох, сейчас бомбанет. И, естественно, там пират вылезет. Ну, я вот так могу сделать. Блин, ну почему не тут, не сюда-то, а? Блин, ну две заморозки-то, ну... Ай, две заморозки, а. Че, пират убираем или как? Пять. Че он тут сейчас? Заморозкой своей еще будет замораживать? Кого он там заморозил-то? Этих двух. Угу, этих двух. Сейчас, подожди секундочку, если вот так вот сделаю, они же все равно бомбанут. Тин-дин-тин-тин, давай так вот. Поехали. Ну, защита, защита сработает, понятное дело тут. А, нет. Не сработало. Что-то я думал, сейчас сработает. Ну, сколько там еще, блин. 40 очков. Поехали дальше.
Кореец какой-то, да? 19 ранга. Опять же с этим профессором. Ну, этот профессор топовый, ребята. Надо только научиться им играть. Он вообще там люто жжет. Все, я даже не знаю, пока, наверное, не будем ничего ставить. Чего мне он? Без прикрытия, без всего. А этот пошел сразу с добора. А если с добора, значит, курабойщик, скорее всего. Ставь, ставь, ставь. Ничего не стал ставить, да? Давай я проверю. Я рискну, ребят. Опа, рискнул. Че, грибную поляну делаем или как? Я думаю, что да, наверное, делаем. Грибную поляну. Так-с. Пиу. Пиу. Пошла прокачка. Синергия, да? Это хорошо, что вот эти два грибочка-то у нас здесь выпали. Это очень хорошо. Так, давай-ка мы, наверное, попробуем сдуть. Я не знаю, кого именно здесь сдуем. О, шикарно. Так, сюда. И сюда. Да и хорош пока. Ну, что ты там думаешь, я не пойму. Заклинание целый ворох сидит там, что-то переваривает. Потом у нас два варианта есть, ребята. Либо мы ставим этого, прокачивая с помощью вот этого. Либо ставим ландшафт. Если он сейчас заменяет, ну вдруг такое может быть. Вот ставим сюда ландшафт. Так, что он там делает? Меняет. Вот, берет дополнительную эту, да? Так, тогда все встает на свои места. Сюда, если он сейчас... он сюда могилку бросит. Ну, вот этого чудика, который там превращается. То есть мы можем с тобой поставить... А, нет, не получится. Блин, не получится, друзья мои. Как-то немножко не так. Ну что он там опять-то? Что он тупит-то? Вариантов не так много. Меняем ландшафт. Вот этот вот в любом случае даже не имеет значения, кто там будет. Сюда выставляем грибы. Вот эти вот. Или вот эти вот можно выставить сразу на две линии. Ну чтобы просто прикрыть. Сидит вот до последнего, выжимает, да? И вот я не люблю таких людей, которые там сидят, вот, думают, а может быть у него зависнет игра? А, он отключился. У него, видимо, ребят, что-то залагало, заглючило, скорее всего. Так, ну что, мы тогда с тобой получаем 30... А, нам даже не дали ранг, прикинь. Почему? Без понятия. Опять бесенок, опять бесячество. Воу. В принципе, как бы неплохое начало, но... Нифига мне тут грибами завешали. Нет, это с одной стороны хорошо, ребят, я ничего не говорю. Сейчас заклинак свою применит. Смотри-ка, не стал. Угу, пошло, да? Пошло дело. А давай я сделаю вот так вот.
Что он там делает? Прокачку, фигачку, я не знаю, ребят. Но он взял бесячий. Скорее всего, знаешь на чем? На кровожадности будет играть. Я знаю эту колоду, когда высыпаешь вот этих мелких бесят везде. Потом бац, на воду ставишь, поэтому... Фонтанчик, не фонтанчик, а вот этот вот фруктовый микс надо будет, скорее всего, придержать. О! Вот, видишь, что он делает? Поэтому мы с тобой сделаем следующим образом. Поставим вот так. И поставим вот так. Сейчас он из этих бесят может раскидать. 100% они должны быть у него. Или переместить. Нет, смотри, ничего не стал делать. Я уже просто все варианты, которые вот только знаю, которые могут быть. Вот надо было нам бы, конечно. Ой, как же ты, блин. И вовремя, и в то же время не вовремя. Даже я не знаю, как это назвать, ребят. Не знаю, кто там у него, посмотрим. Оу, оу. Неожиданно, неожиданно, друзья. Сейчас будет могилки свои разбрасывать. Твою налево, ну как же так, ведь был бы шанс, но видишь. Значит, с этим надо теперь разбираться. Вопрос как? Так, смотри, что творит. Поехали, поехали. Угу. Смотрим. Ух ты. С бомбочкой. Наносит 2 единицы урона. Опа, ты видел как? Погнали. Так, здесь 2 в лицо. Добьют, ребята мои, вот эти вот. По идее, должны. Все. Разбомбашили мы его. Блин, еще 10 очков, мы с тобой... Так, ну мы перешли в следующую, друзья мои, лигу. Давай, наверное, последний, если будет выигрышный, последний разок сыграем с тобой. И будем закругляться. Так, ну этот вообще без сердечка, видимо, какой-то новичок. Либо давным-давно не играл. У него вообще нет ни одного титула. Скорее всего, это новичок. Но ты знаешь, новичкам везет, это как в казино. Так что... Но новичок должен быть донатер. Или же взломка, ребята. Чтобы, понимаешь, чтобы у тебя были карты. Я когда в эту игру зашел, можешь посмотреть первую серию. У меня же по картам ничего не было. У меня было все базовое. Все, что базовое тебе давали, все у нас было. А уже потом появляться начали редкие карты там. Очень радовался, когда легендарные карты появлялись. Ну, это, наверное, любой бы человек... Чего? Разгромчик, ё-моё, 20 уровень. Как так-то? Ну, что ж ты, что... Ой, разгромчик. Супермозг, ну что ж ты. Все, ребята, он отключился, к сожалению. Ну... Видишь, я думал, мы сыграем. А подожди, а я что, не получил? Что это, я не понял. А, ну вот, вот, друзья мои, новинка. Такого растения у меня еще не было, как ты видишь. Сердцемед, теперь он у нас появился. Ну что же, друзья мои, тогда на этом я буду сегодня закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам.